Уже несколько лет в Каспийске реализуется программа формирования комфортной городской среды. В текущем году под реконструкцию также попали несколько общественных и дворовых территорий. Помощник главы города Арсен Базаев 16 июля лично проверил ход работ, а именно нормативы пандусов. Первыми локациями стали дворы по улице Орджоникидзе 18 и 22. Отремонтированные объекты были сданы в прошлом году. В ходе рабочего выезда Базаев отметил качественную работу, однако был недочет. На один из участков невозможно было заехать, так как бордюр оказался выше установленного лимита. По словам помощника главы, человеку на инвалидной коляске с осложнениями здоровья будет тяжело и даже невозможно преодолеть этот подъем. Следующей точкой маршрута стал двор домов 17 и 25 по улице Ленина, находящийся на стадии реконструкции. У нас здесь идет капитальный ремонт двора, комфортная городская среда. Ну, видимо, здесь работа, то, что они делали, делали очень красиво. Но, видимо, только они закончили тротуары вокруг. Так, в основном, дорога еще, у нас идет насыпь, щебенка и все остальное. Но я хотел обратить внимание на этот. Напротив Ленина 17, здесь проделана дорога, в подъезд сделана красиво, без никаких препятствий. Там даже нету препятствий, даже на 1 сантиметр. Но напротив, который Ленина 25, идет, смотри, какое препятствие. Если они здесь ремонт не закончили, я хотел бы, да, что вот здесь они тоже делали доступную среду, что инвалиды-колясочники, даже мамы с детскими колясками, что спокойно могли подняться к себе в подъезд. Двор по улице Лишенко 3 также выполнен качественно, однако и здесь вновь препятствие при въезде в подъезд. Рядом, по соседству, во дворе дома номер 5 одноименной улицы совсем недавно началась реконструкция. Но пока, по словам помощника главы, в плане доступности выполнено все хорошо. В рамках выезда Арсен Базаев проинспектировал и прилегающую территорию к домам. Оставляют желать лучшего пандусы между домами 11 и 13 по улице Ленина. Тротуара вообще нет. Для инвалидов здесь, может, дорога закрыта. Хотел бы, да, что обратили внимание, вот исправили вот эти ошибки в ближайшее время. Как-то оно находится у нас в центре города. Подводя итоги, Арсен Базаев отметил, что реконструированные дворовые территории отвечают требованиям и доступности для людей с ОВЗ, кроме некоторых недочетов. Однако подрядчикам и ответственным лицам стоило бы заранее исправить имеющиеся ошибки, которые были обнаружены в ходе рейда.